такой случай был, в Турции он произошел. То есть два ученых было, изучающих звезды, астрономы, да, астрономии, которые занимаются. Один верующий, он вот эти книги изучал, читал, другой неверующий, атеист. И сколько бы вот этот верующий человек ни его не призывал, объяснял, он не как бы, да, упрямствовал. Затем этот верующий человек делает такой макет. То есть посредине ставит лампу большую, как солнце, да, то есть оно вращается, издает свет, как бы, да, светится. И вокруг на ниточках вот так повешены разные планеты, разных расстояния разные от как бы этой лампы, с разной скоростью вращается. Сделал такой макет. Нажимаешь кнопку, она работает. То есть этот макет работает. Потом пригласил этого неверующего, как бы, да, ученого. Включил, и она работает. Он не говорит, машалла, как ты хорошо сделал, то есть, да, как ты прекрасно вот это сделал, рассчитал, все, четко сделал этот макет. Тот неверующий верующим человек говорит. Тот верующий человек говорит, нет, говорит, это я не сделал. Это само по себе вот случайно, просто так случайно. Он говорит, что ты надо мной издеваешься, что за кого ты меня принимаешь, я же вижу, что ты сделал, что ты как бы, да. Он говорит, если вот это не может быть случайно само по себе, то то, что мы изучаем, на самом деле, где мы живем, насколько оно более совершенно. И тот потом приходит к вере. То есть такой реальный случай был тут.